Ну вот, дорогие друзья, пришло время прощаться с супер-турниром по киберфутболу Сетанта Pro League и завершающий матч 30-го тура. Закрывать его будут Кирилл Иванов и Ильжан Аманкильды. Обоим фиферам сегодня нужна только победа. Усть-Каменогорск против Тараза. Барселона против Ювентуса. Если Ильжан Аманкильды в этом матче не побеждает, он занимает третье место. Вот так вот может все обернуться для Ильжана в конце нашего чемпионата. Ну а если побеждает Кирилл Иванов, то Кирилл занимает предпоследнее место. Сейчас он на последнем. И это будет, наверное, лучший подарок Кирилла Иванова самому себе. Давлет Сатаганов, его основной конкурент, вчера проиграл Чингизу Даулеткали в сумасшедшем матче 5-6. Ну и, собственно, Кириллу Иванову нужно сегодня побеждать. Плюс он может еще догнать Ионетта Леусинова и, возможно, занять свое законное 14 место, где он шел практически большую часть турнира. Каутиньо, Суарес пробивает, Буффон на месте. Ну а если Кирилл Иванов не выиграет, будет на последнем месте, побеждает Ильжан Аманкильды свое законное второе место, на которое он действительно наиграл, он займет. Все будет. Так будет правильнее. Пике пробивает, Дембеле 1-0. Усман Дембеле, лучший бомбардир в руках Ильжана Аманкильды в составе его Барсы на этом турнире. Да, дорогие друзья, не Луис Суарес, не Лео Месси, а именно Усман Дембеле. Именно этот парень забивает больше всего мячей в этой Барселоне, в этой киберфутбольной Барселоне. В этой Барселоне, которой не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы стать чемпионом. 1-0. Очень все плохо начинается для Кирилла Иванова. Дибала. Разворачивается. Пас в центр. Там Дуглас Коста. Александро на фланге мяч получает. Пас в центр. Пауло Дибала снова. Подача не получается. Нельсон Семеда блокирует подачу верхом. Александро. Дибала. Пас в центр. Пьянич. И Еремина не дает пробить. Еремина Миралему Пьяничу. И Усман Дембеле устремляется в атаку. Пас назад. Андре Гомес. Каутиньо. Иван Ракитич. Андре Гомес. Каутиньо. Жорди Альба. Ракитич. Не спешит. Ильжан Аманкильды правильно делает. Разыгрывает, как истинная Барса. Доверного. Усман Дембеле пробивал, блокирует удар. И мяч очень легко прилетает в руки Джан-Луиджи Буффону. Альба. Ракитич. Нельсон Семеда. Снова Ракитич. Месси, Дембеле, Суарес и Маркизио. Здесь на месте. Квадрадо. Вот пока счет у нас 1-0. Такой вот... Здесь не до рассказов о фиферах, потому что все-таки матч очень напряженный. Ждем что-то, чего-то интересного от Кирилла Иванова. Сандро входит в штрафную, Альба! Получился бы очень нелепый автогол. Но повезло Ильжану Аманкильды, и только лишь угловой. Мы смотрим гол Усмана Дембеле. Вот таких вот уже голов мы видели 3. Только... У Ильдара Кульчманова и у Алмаза Касымжанова это были перекладины. Попадали здесь. Буффон потащил, но на добивание головой здорово сыграл Усман Дембеле. Квадрадо! Вводящий удар. И мимо ворот. Терштеген будет вводить мяч в игру свободным ударом. Как свистит стадион Ювентуса.
реалистично. Вот тут перестал. Вот здесь, конечно, недоработки EA Sports. Почему-то, когда голкипер Терштеген вводил мяч. Ну, там либо за затяжку времени, хотя 21-я минута всего лишь. Здесь немного реалистики не попахивает. Месси. Нельсон Семедо. Ракитич. Ракитич пас на Дембеле. Разворачивается Дембеле. Суарес пробивает. Буффон на месте. Каутиньо. Буффон. Два подряд сейва от легендарного голкипера. И угловой только зарабатывает Барселона. Как круто прорисован, да, вот Джан-Луиджи Буффон. Вот здесь и Спортс постарались. Подача в штрафную. Ругани на первый на мяче. Дуглас Коста. Игуаин. И Гонсало Игуаин, естественно, Ракитича не прошел. Дембеле. Месси. Суарес. И пас до Лео. До короля Лео, который... Давайте делать все-таки отсылки к чемпионату мира. Все-таки такое знаменательное событие происходит сейчас. Во время также нашего киберфутбольного турнира. Где Лео Месси, так скажем, немного опростоволосился. И отправился уже домой вместе с Криштиану Роналду. Ну, хотя бы у Криштиану Роналду есть 4 взятия ворот. А вот у Лео Месси всего лишь один гол. Пока голов у Лео Месси нету и в нашем матче против Ювентуса. Ракитич. Дембеле. Андре Гомес. Ложный замах. Ну, Хиджана Манкильды понимает, да, что торопиться ему некуда. Счет играет в его пользу. 3 очка пока в его кармане. И... второе место никуда от него не убежит. Скорее всего. Гомеш. Каутиньо. Здорово развернулся. По-моему, вот я вот запамятовал все эти названия финтов. Дрэкбэк он называется. Если нет, дорогие друзья, поправьте меня в комментариях, если вы смотрите на ютубе. Но, по-моему, так он и называется. Нет, к сожалению, времени для того, чтобы точно узнать. Ибо сегодня я один. Без моих коллег. Лео Месси и Бинатья. Здорово сыграл. Но вот всегда, кстати, увижу Кирилла Иванова на турнире Ситанта Кап. Спрошу, почему в центральной защите у него играет Ругани и Бинатья. Где же столб обороны Ювентуса Джорджо Кьеллини? Нет, все-таки отправлюсь я в Google, дабы вот прям... Я просто... У меня будет весь день потом крутиться в голове, правильно я сказал дрейкбэк или нет. Поэтому, дорогие друзья, простите, пожалуйста, что немного отвлекусь. Но я сам себе не прощу. Нет, все-таки я, наверное, это скажу уже на Ситанта Кап 2018, потому что нужно смотреть видео. Игуаин, Пьянич, Дуглас Коста... Пробивает Кирилл Иванов. Пауло Дибала это был. Вот даже EA Sports татуировку Пауло Дибала здорово прорисовали. Иногда прям игроки некоторые прям радуют, да, как они выглядят. А вот есть некоторые, которые просто невероятно не похожи абсолютно. Пьянич, Пауло Дибала. Дибала, подача в штрафную. Здесь Терштеген на месте. И контратака может получиться у Ельжана Манкильды. Андре Гомеш. Маркизио здорово сыграл. Пьянич. Ну что ж, Кирилл Иванов, давай хотя бы гол. Давай интригу в матч нам. Игуаин. Ложный замах. Пас назад на Маркизио. Пробивает Маркизио. Но Иван Ракитич ложится под мяч. И ничего опасного не получилось. Первый тайм тем временем у нас заканчивается. Через минуту, дорогие друзья, мы вернемся. Никуда не уходите.
Второй тайм в матче между Ельжаном Анкильды и Кириллом Ивановым. Но вот за эту минуту, по-моему, судя по видео, тот финт и называется дайкбэк. По-моему, я все правильно назвал. Теперь я могу быть спокойным и полностью переключиться на наш матч. Месси. Нельсон Семеда. Здорово на Месси. Месси, 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 Карамесси, Карамесси. Нет, не будет это так звучать. А Луис Суарес. Эль Пистолеро. Как называет его мой коллега Валихан Косамбай. Как его называют, наверное, в Уругвае и в Испании. Делает счет 2-0. И, скорее всего, этот гол убивает интригу в нашем матче. И, дорогие друзья, Ельжаном Анкильды, собственно, свое законное второе место себе забирает. Кстати, в первом круге эти два фифера разошлись с тем, что Ельжаном Анкильды выиграл минимально со счетом 1-0. Но Кирилл Иванов прославился в нашем турнире, что против фаворитов, таких вот очевидных, он очень круто настраивается и дает им бой невероятный. Игуаин. Нет, не получилось. Ложный замах. И справился с этой атакой Ельжаном Анкильды. 54-я минута встречи. Счет у нас 2-0. Впереди Барселона. Впереди Ельжан Анкильды. Ну, вот если Ельжан забьет еще третий, то, наверное, можно уже будет подвести итоги этой встречи. Всего турнира. Игуаин! Ну что ж так, Кирилл Иванов. Сейчас мог вернуть интригу в матч Кирилл. Но этого не сделал. Пробил очень здорово, но рядом со штангой прошел мяч. Это желтая карточка ругания, видимо, свою показывает. Нет. Просто показали, что как центральный защитник реагирует на этот промах Гонсало Игуаин. Месси. Александро перехватил мяч. Дибала. Ложный замах. Пас в центр. Здесь Пьянич. Маркизио. Еще дальше Бенатья. Пьянич. Маркизио. Пас на фланг. Лиштайнер. Квадрадо. Дуглас Коста. Пас назад. Снова Коста. Решил вводящим ударом пробить с левой ноги. Но попал в Еремину. И Терштеген легко этот мяч себе забрал. Каутиньо. Андре Гомес. Здорово. И может что-то опасное получиться. Дембеле. Давай пас на Месси. Месси, Месси, Месси. Пенальти нет. Александр сыграл чисто. Не удалось забить Ельжану Анкильды в этой атаке. Не удалось отличиться Лионелю Месси. Но вот может быть сейчас. Дембеле. Месси. Суарес, вон туда. Да, все правильно. Отдай пас на Месси. Нет, решил сам пробить Ельжан. Хотя напрашивалась эта передача. Особенно, когда просто смотришь матч. Когда играешь, естественно, совсем все по-другому. Игуаин. Пьянич. Игуаин. Квадрадо. Дуглас Коста. Пас на Квадрадо. Маркизио. Игуаин и Ракитич перехватил мяч. Еще одна атака Ельжана Анкильды. Нельсон Семеда. Ложный замах. Пас на Месси. Месси ошибается. Вот не только в реальном футболе у Месси все плохо, но и пока виртуально, потому что либо ошибается, либо ничего опасного не создает. Усман Дембеле режет угол. Пробивает. Буффон на месте. 73-я минута встречи. Иван Ракитич. Ну, так как у нас уже время подходит к концу, я думаю, что быстро пару фраз скажу об Ельжане Анкильды. Вот в прошлом туре, когда стало известно, что Ельжан Анкильды может потерять свое второе место, когда он проиграл Женебеку Салиму, и когда Равшан Бабаев и Алмаз Касымжанов подокрались практически вплотную. В штангу попадает Кирилл Иванов. Ну, не везет сегодня Кириллу. Когда Алмаз Касымжанов и Равшан Бабаев подкрались вплотную к
Ильжану Манкельды. Я в прошлом туре сказал, что ну просто это будет нечестно по сравнению с Ильжаном. Весь чемпионат старался парень, претендовал на чемпионство, но потом, как я и говорил, что-то случилось, а это Каутиньо, и это счет 3-0, и вот теперь все честно. Нечестно, правда, Кириллу Иванову, но просто Ильжана Манкельды не мог не занять второе место, дорогие друзья, потому что, ну, действительно, я бы очень сильно разочаровался, очень сильно бы, наверное, обидно было самому Ильжану Манкельды, и все-таки шел на втором месте, даже на первом месте, и занять в итоге четвертое место, это было бы несправедливо и неправильно. Но Ильжана Манкельды этого позволить не может, как мы только что с вами убедились, он и не займет. Второе место, серебро чемпионата, вице-чемпион турнира Ситанта Pro League становится. Я думаю, уже за 10 минут ничего Кирилл Иванов не сделает. При всем уважении Кириллу, становится Ильжан Аманкильде. Город Тарас. Вот интересный факт, что на жеребьевке очень сильно хотел Ильжан Аманкильде себе команду Барселону. Ну и, собственно, как мы с вами видим, это, наверное, единственный человек, который очень рад был итогами жеребьевки. Ну, то есть даже Даулет Сактаганов, который играет за мадридский Реал, или Аман Карабеков за мюнхенскую Баварию, не очень остались довольны. А вот Ильжану Манкельде очень сильно повезло на жеребьевке, и ему досталось Барс. Даже несмотря на то, что рейтинг, я еще раз напоминаю, у всех 85, все-таки я думаю, что условный Арман Пирманов там с Барсой тоже мог бы дело натворить. Но досталось это Барса именно Ильжану Аманкельды, который с ней стал вице-чемпионом. Ну а Кирилл Иванов у нас, получается, занимает последнее место. И, естественно, не его это место. Я не знаю даже, вот, если зададут вопрос, ну а чье это место, я не знаю, что ответить. Ничье. Все, я настолько привык к нашим участникам, ко всем 16, что не очень охота, чтобы кто-то занимал последнее место, но таков спорт. Всегда есть победитель, всегда есть проигравший, и Кирилл Иванов находится у нас на 16 месте, на последнем, но у Кирилла есть, уже сам Кирилл Иванов даже Буфоном хотел подать угловой, но у Кирилла Иванова есть отличный шанс, отличная возможность исправиться, реабилитироваться на турнире Ситанта Кап, где он будет представлять Усть-Каменогорск, защищать честь этого города. И буду переживать за Кирилла. Это четвертый чуть ли не случился гол в ворота Ювентуса. И только Джан-Луиджи Буффон потащил этот удар. В общем, Кириллу Иванову не расстраиваться. У всех такое бывает. Я думаю, что в следующем сезоне Ситанта Pro League Кирилл Иванов покажет более лучшие результаты, чем в этом. Хотя, как я уже и говорил, в этом матче большую часть времени Кирилл Иванов шел на 14 месте. Также Кирилл Иванов сделал первую сенсацию в нашем турнире, обыграв Лжаса Исентаева со счетом 2-1. Тогда это было очень круто. Но все же в остальных матчах не против фаворитов Кирилл Иванов выглядел неубедительно, ну и, собственно, доигрался до последнего места. 5 побед в активе у Кирилла Иванова на нашем турнире, 2 ничьи и 23 поражения. 38-78 соотношение забитых и пропущенных голов и 17 очков. И Поколь Кассер, да, это все-таки четвертый вылетает. 4-0. Кирилл Иванов проигрывает Ильжану Аманкильды. Ну а у Ильжаны Аманкильды 19-я эта победа случилась. 6 ничейных результатов и 5 поражений. Кстати, вот примечательно, что у чемпиона Лжаса Исентаева 5 поражений. И у вице-чемпиона также 5 поражений. Но Ильжан Аманкильды очень часто играл в ничью. Так, сейчас убедимся. Нет, это не самый миролюбивый игрок. Самый миролюбивый игрок — это Арман Пирманов. У него 8 ничей. На втором месте, собственно, идет
Ельжан Аманкильды. Все, дорогие друзья. 30-й тур Сетанта Pro League у нас завершается. Завершается у нас турнир Сетанта Pro League. Я поздравляю всех участников. Я еще раз повторюсь, я очень сильно привык ко всем. И мне будет не хватать до октября вот этого турнира Сетанта Pro League киберфутбола. Уж очень интересно и здорово смотреть было этот турнир. Спасибо нашим телезрителям, спасибо тем болельщикам, которые стали вместе с нами наблюдать за этим турниром. И, дорогие друзья, я обращаюсь сейчас к телезрителям, к болельщикам. У вас есть такая же возможность, как у Кирилла Иванова, Ильжана Аманкильды и остальных, участвовать также в Сетанта Pro League. Нужно только играть очень круто в FIFA. Прийти на отборочные игры, Сетанта Cup, там показать себя и попасть в Сетанта Pro League. И 30 сумасшедших матчей вас будут ждать в новом сезоне FIFA 19. А это, дорогие друзья, мы еще не прощаемся. Мы уже сейчас официально посмотрим турнирную таблицу. Быстро про ней пробежимся. Вспомним все результаты 30-го тура. Ну и уже попрощаемся. Может, даже пустим слезу. Никуда не уходите. Через минуту, собственно, мы и посмотрим финальную таблицу. Итоговую таблицу супертурнира Сетанта Pro League. Ну и, дорогие друзья, давайте быстро пробежимся по этому 30-му туру, по завершающему туру Сетанта Pro League. Открывал 30-й тур матч Аман Карабеков против Ильдара Кульчманова. 5-0, победа Ильдара. Мурат Нурхожаев против Анетта Илиусинова разошлись с миром 2-2. Даулет Сахтаганов в супер драматичном матче проиграл Чингизу Даулеткали со счетом 5-6. Алмаз Касымжанов довольно-таки легко обыграл Артура Малинина со счетом 4-0 и добыл бронзовые медали. Во второй игровой день Ислам Бакытов уступил Арману Пирманову со счетом 1-3. Равшан Бабаев разошелся миром с Муслимом Сагибаевым 3-3, тем самым лишив себя бронзовых медалей. Олжас Исентаев также сыграл в ничью 1-1 с Жанибеком Салимом. И Ильжан Аманкильды, только что мы с вами убедились, как расправился с Кириллом Ивановым со счетом 4-0. Ну и итоговая турнирная таблица, дорогие друзья. Первое место — чемпион Сетанта Pro League Олжас Есентаев, город Жезказган. Второе место — Ильжан Аманкильды, Тарас. Третье место — Алмаз Касымжанов. Бронзовые медали уходят в Алматы. Четвертое место. И здесь, как обычно, Арсенал. Да, можете вы посмеяться. Действительно, это так. Даже здесь Арсенал у нас на четвертом месте. Равшан Бабаев, Талдыкурган. Пятое место — Муслим Сагимбаев, Астана. Шестое — Ильдар Кульчманов, Петропавловск. Седьмое — Жанибек Салим, Уральск. Восьмое место. В топ-8 все-таки удалось подняться Чингизу Даулеткали из Кокшетау. Девятый — Артур Малинин, Павлодар. Десятый — Арман Пирманов, Шымкент. Одиннадцатый — Мурат Нурхожаев, Кызылорда. Двенадцатый — Аман Карабеков, Актобе. Тринадцатый — Ислам Бакытов, Актау. Четырнадцатое место — Анет Илиусинов, Смог. Представитель Атырау спастись и занял 14-е место. 15-й — Даулет Сахтаганов, Костанай. И 16-е — Кирилл Иванов, Усть-Каменогорск. Вот это 16 лучших фиферов на территории Казахстана, дорогие друзья, запомните их. Они выдали просто невероятный сезон. 30 матчей, почти полгода они бились. Ну и, собственно, на этом турнир Сетанта Pro League, первый турнир Сетанта Pro League, такой вот масштабный, заканчивается. С вами с третьего тура был я, Петр Воликов, и мои коллеги Уалихан Косамбай и Ержан Кошкимбаев. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы будете также с интересом наблюдать матчи Сетанта Cup 2018. Ну и, естественно, будем ждать с вами новый сезон Сетанта Pro League, который стартует в октябре. Там уже будет FIFA 19. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь.
Любите киберфутбол, он уже официальный спорт в нашей стране, ну и, естественно, играйте в него. Пока! We're going to